Я хочу поговорить о Песахе. Несмотря на то, что я начал серию проповедей по 1 Петра, я думаю, что сегодня это правильная причина остановиться и провозгласить этот праздник и этот день. И, конечно, и невозможно слово «Песах» перевести как «мы вышли, прошли». Это как слово «экономика». Слово «экономика» в себе содержит очень много разных значений. Что производят в стране? Сколько люди зарабатывают? Кому продают? Сколько дней в неделю работают? Экономика — это очень много понятий, соединенных вместе. И то же самое слово «Песах». Есть очень много разных значений внутри этого слова. Я начну с места Писания, которое написано в Новом Завете. И написано об этом в 1 Коринфянам. В 5 главе, в 7 стихе. И там написано очень ясно. Очистите старую закваску, чтобы быть чистыми. Потому что Песах наш — это Машиах, который заклан за нас. Кто из вас не знает, что такое пасхальная Агада? Кто не знает, что такое Агада? Все знают книгу Агада. Которую мы читаем в вечер Песаха, пытаемся прочитать сначала до конца, и пытаемся не заснуть, пока мы читаем. И откуда приходит это слово «агада»? Эта традиция и эта культура не началась у евреев, кстати. Это было во втором веке в Сардисе. И христианские верующие, которые вообще не были евреями, которые читали Танах и Новый Завет, и они прочитали слова Рава Шауля, то, что я сказал вам сейчас, что наш Песах — это Машиах, который заклан за нас. И сказали своему епископу, которого звали Мильто, и они сказали ему: а что же нам делать? Мы видим, что это заповедь. И тогда он написал для них первую Агаду. И объяснил, что делают на Седер Песах. А потом евреи сказали, что это с какой-то стати этот гой начал нам рассказывать наши истории. И они начали развивать культуру Агады. Но я хочу сказать, что эта традиция очень хорошая. Потому что все, что нас возвращает к истокам, все, что дает нам размышлять о Боге и делать какое-то действие, всегда здорово и хорошо. И поэтому я говорю каждому из нас, возможно, во времена Иешуа вся традиция праздника Песах была более простая и более простая.
Но мы сейчас живем очень занятой жизнью. И технология у нас крадет много времени. И также крадет нас у Бога. Поэтому если мы берем Агаду и берем традицию, возвращаемся к истокам, я думаю, что это отлично. Если мы помним эту идею, и в среду или в четверг ближайший, мы начнем работать дома и очищать дом от хамеца. В эту среду, 17 числа, мы здесь делаем молитву всей общины для того, чтобы очистить наши души от хамеца. Это тоже очень важно. Не только дом, но также и душу. И мы собираемся в 7 часов. В 7 часов в ближайшую среду мы здесь собираемся. И мы хотим молиться и искать Божье желание. Вы все, конечно, приглашены. И поэтому вот у нас есть целая неделя. И нам нужно начать думать, как очистить свой дом от хамеца. И когда мы совершаем эту традицию, и мы очищаем наши шкафы на кухне и холодильник от всего квасного, не раз и не два. Особенно женщина в доме говорит, зачем мне все это нужно? Но если она размышляет о том, что это заповедь, то она уже сделала что-то хорошее. И когда семья приглашает домой гостей, то вы дали почет Аврааму, нашему праотцу, праотцу, который и любил гостей. И также заповедь, которую дал Муше, что если у вас маленькая семья, соберитесь еще с другими семьями и сделайте, празднуйте праздник Песах, тогда вы сделали что-то хорошее. И если вы взяли четвертую чашу и афикуман и провозгласили о жертве Иешуа и вспомнили, что наш Машиах сказал, это делайте в мое воспоминание, то вы сделали что-то совершенное. Вы вернули жизнь веры и обновили себя. Я хочу поговорить об истории, откуда все началось. Часто люди начинают думать о том дне, когда народ израильский вышел из Египта. И технически это правильно. Но если мы открываем дополнительные книги, то есть книга, которая не записана в канон. Это книга юбилейная. Нет, не да? Юбилеев. Книга юбилеев. Сефер Ювлим, זה שם שלה. Называется книга юбилеев. ולא קשה למצוא אותה באינטרנט. Ее несложно найти в интернете. ואלה שאוהבים ללמוד ולקרוא, אני מאוד מציע, זה טוב לקרוא את הספר הזה. И те, кто любят и изучать и дополнительную информацию, то это хорошая книга. אז יש שם כזה מסגרת של 50 שנה, או יותר נכון, 749, и там есть, она распределена по годам, 7 по 49 7 по 7.
по 7 лет, или если мы умножаем 7 на 7, то 49 получается. И называется это юбилей. И в Писаниях написано, это периоды распределены по 50 лет. Если вы помните, я часто учу об этом в нашей общине и на семинарах, что все люди погрузились во тьму. И написано об этом в Бытие 10, 11, 12. Они отвергли все заповеди Бога. И они построили себе Вавилонскую башню. И они все были спутаны. И слово Вавилон в Бабель от слова спутаться. И каким-то образом Бог приводит решение проблемы и дает второй шанс всему человечеству. И этот шанс называется Авраам. И мы все помним, как Бог сделал Авраам, чтобы он начал и мы помним, как Бог призвал Авраама для того, чтобы он стал праотцом святого народа и принес свет Божий всем язычникам. И если мы смотрим на то, что произошло тогда, Авраам был единственным, который стоял перед этой горой тьмы, которая окружала его. Но Святые Писания не один раз учат нас, что если ты с Богом, даже если ты один, ты преуспеешь. И Авраам укрепился в Боге. И с 12 главы по 21 книги Бытия мы видим захватывающую историю, как один человек развивается и растет в своих отношениях с Богом. И что мы учим из этого? Если ты иногда чувствуешь себя одиноким, это не значит, что тебе нужно спуститься с того уровня, на который Бог поставил тебя. Укрепись, как Авраам в Боге. И продолжай делать правильную вещь. Если ты знаешь, что ты идешь в правильном направлении. И в Бытие 22 главе есть еще одна захватывающая история. Кто-то помнит название этой истории на иврите? Акеда. Это сипур, что кара. Жертвоприношение Ицхака. Это произошло когда-то. И согласно книге Юбилеев, что жертвоприношение Ицхака произошло на той неделе, которая была перед Песахом. И мне сложно доказать, что это действительно так. Но у меня нет никакой причины не верить книге Юбилеев. Потому что в истории человечества есть определенные периоды, когда Бог использовал их не раз и не два и строил на них историю. И вот в Бытие 22 главе мы читаем, и согласно книге Юбилея, эта история падает на пасхальную неделю. И в 22 главе Бытия написано, о чем этот рассказ.
Пита Элохим эт Авраам. Написано, Бог искушал Авраама. Ваамар ло кахет бинха яхитха ветакрив ли ото бегар Мория. И сказал, возьми сына своего, единственного своего, и принеси мне его в жертву на горе Мория. Атем юдим, им атем тикрив мидрашим мисавива сипур азе. Если вы прочитаете мидрашим, толкование этого рассказа, мы видим, что там есть еще одна личность, которую мы не видим в рассказе Бытия. Сатан. Есть дьявол. Сатан. Не дьявол, сатан. Есть сатана. Шетамид мисатен мафриле Авраам ве мифатеото альтасеедзе, а има тамухан ласотедзе. Который всегда искушает Авраама и говорит ему, не делай этого, уверен ли ты, что ты это делаешь? Маше меод меаниен басефер Йовлим. И что интересное в книге Юбилеев? Шмошела сатан мастема. Что сатане дано имя. Мастема. Ахшава не азбир. Мастема. Нахон. ולפני כמה זמן, Влад, אני לא יודע איפה הוא עכשיו. И несколько некоторое время назад Влад, я не знаю где. Натан лану псуки мекитвей кодеш. Эфо умазбир ма. Мама шмаучил чем шела сатан мастема. И что он нам учил из святых писаний, что значит имя сатаны мастема? Мастема зе мимила стима. Мастема от слова из застой, запор. Машу казе. Нагид, есть лахем стимат бабиюв. Когда у вас канализация забивается, это называется стима. Вымаем ли уврим? И вода туда не проходит. Есть мила ютер пшута, сатум. И есть слово забитый. Бен адам сатум. Тупой. Забитый, просто у него, ты не можешь ему ничего объяснить. Сатум. אתם מכירים אנשים כאלה? Знаете таких людей? לפעמים אתה בעצמך מרגיש את עצמך סתום. Ты иногда себя уже начинаешь чувствовать забитым. לא ישנת מספיק טוב, ואתה סתום. Может быть, ты плохо спал, устал, и ты не соображаешь. אחד מהפעולות של הסתן. И одно из действий сатаны. כשהוא מנסה אותנו. Когда он нас искушает. והמשמעות היקרה שלו זה לעשות לנו חיים קצת יותר קשים בשביל לבדוק עד כמה אנחנו עמידים בדרך. И одно из целей этих испытаний это проверить нас на стойкость, насколько мы стоим в своем пути. אז הוא מפריע לנו ללכת, להתקדם. Он мешает нам идти и продвигаться. זה למה ישוע אומר לנו בברית החדשה. Поэтому Иешуа говорит нам в Новом Завете, будьте сильны в Слове Божьем и будьте верны Богу. Тогда Он сохранит вас от сатаны. Но если мы предаем Бога, тогда сила сатаны нас забивает. И мы не способны понять правду. Это страх. Почему нам нужно прилепиться к Божьему Слову и прилепиться к Богу? Потому что иногда мы можем быть просто забитыми. Если вы помните хорошо Святые Писания, в Римлянам 1 главе написано, что одно поколение человеческое видели Бога, но не почтили Его как Бога и стали поклоняться звездам и солнцу. И Бог поэтому допустил сатане, чтобы он их ослепил. Они стали забиты. Поэтому, когда ты чувствуешь, что ты сходишь с пути, очень важно вернуться и сказать, Бог, прости меня, очисти меня. Кого-то ты обидел, приди к нему и попроси прощения. Дал закваски зайти в твое сердце. Покайся. Действует жертва Машиаха. Если ты не закрыт. Скажите аминь.
Это наша сила. Азине, мастема. И вот мастема. У минасе ластим эт Авраам. Пытается закрыть Авраама. Аваль Авраам мамших бедарко. Но Авраам продолжает свой путь. Вемухан лакрив бен шело. И готов принести в жертву своего сына. Ничего его не останавливает. Анахну зохрим эт сипур. Мы помним этот рассказ. Ани ло йодеа эт кама зе нахон. Я не знаю, насколько это правда. Аваль бамидрашим катув, эхад мамидрашим. Но в одном из мидрашей написано, что Аврааму удалось порезать горло Ицхаку. И он умер, и его кровь пролилась на жертвенник. Но сила Бога исцелила Ицхака на месте. И Авраам не верит своим глазам. И хочет еще раз это сделать. И тогда ангел с небес остановил его и сказал: «Остановись, Авраам». Я не знаю, насколько можно верить этому мидрашу. Но потому что в святых писаниях нет такого рассказа. Но просто подумайте, насколько продвинулась еврейская мысль и насколько это показывает на Мессию Иешуа, потому что его да принесли в жертву, и он и он умер, и сила его воскресения освобождает нас от зависимости, рабства, греха и дает нам жизнь вечную. Поэтому, если говоря короче, Бог не дал Аврааму принести в жертву Ицхака. Но готовность Авраама открыла двери для нескольких вещей. Если вы откроете Бытие 22 главу, с 15 стиха написано, что Бог клялся Аврааму. Например, мне не заходит в голову, как такое возможно. Мы все в биологии в 4 классе учили, что такое инфузория туфелька. Амеба и инфузория туфелька. Помните, да? אז אני פשוט רוצה להגיד שההבדל בין אמבה ובן אדם הרבה יותר פחות קטן מבין בן אדם ואלוהים. Так вот, разница между амебой и человеком намного меньше, чем между человеком и Богом. אבל אלוהים. Но Бог. שיש לנו רק מילה אלוהים. Который дал нам только слово о себе, Бог. אנחנו לא מבינים אותו. Мы его не понимаем. הוא נשבע לבן אדם. Он клялся человеку. תחשבו על דבר הזה. Подумайте об этом. זה עבורנו. Это для нас. והוא אמר שלושה הבטחות נצחיות לאברהם. И он дал три вечных обещания Аврааму. שיתברך אתה. Что ты будешь благословен. ויהיו לך ילדים. И у тебя будут дети. כמו כוכבים בשמיים וכמו חול בארץ. Столько детей, сколько звезд на небесах и песка на земле. אני עכשיו לא רוצה להיכנס למספרים. Я не хочу заходить сейчас в цифры. אבל אני אגיד לסוגים. Но я скажу образы. לא, סוג, виды. כוכבים שונים מחול. Звезды отличаются от песка. חול שונה מכוכבים. И песок отличается от звезд. ואנחנו רואים שיש עכשיו שני סוגים לאברהם. И мы видим, что у Авраама есть два вида. היום. Сегодня. גויים ויהודים. Есть язычники и евреи. גויים דרך Иешуа. Язычники через Иешуа. ויהודים דרך דמו. А евреи через DNA. Его кровь, через ДНК. אבל נבואה התגשמה. Но пророчество исполнилось. ונקודה שנייה בנבואה הזאת. И второй пункт этого пророчества. הזרע שלך, הילדים שלך, תנצחו שערי של האויביך. Что семя твое будет преодолевать врата врагов твоих. Кто это враг? Я уже сказал вам. Авраам катан муль
Маленький Авраам против тьмы, большой тьмы этого мира. Но сейчас мы живем в 2019 году. И на земле где-то 7 или 8 миллиардов живут. Как минимум половина верят в Бога Израиля. Поэтому все это исполнилось. И третья клятва, что через твое семя благословлятся все народы. Рав Шауль объяснил это место Писания и сказал, что это написано про Иешуа. И это работает. То, что случилось там, на неделе Песаха, до сих пор это работает и приносит плоды. Как бы я описал эту картину? В темном мире Бог открыл окно. И это окно — это Авраам или его дела. Вы немножко устали? Алло? Ма? Кшанино тен хомер кцат ютер каведа зэу? Стумим улай? Когда я даю более серьезный материал, вы сразу закрываетесь? Атем шумим мизе? Мастема у стима. Вы знаете, что значит мастема или стима? Там ду негедзе. Встаньте против этого. Зе хомер. Это интересный материал. Ани мамших. Я продолжаю. Аз кши Авраам патах это халон. Когда Авраам открыл это окно, аз иладим шило. Его дети. Ицхак ве Яков. И Ицхак, потом Яков. Ве штемесре баним шилаем. И 12 сыновей Якова. О шивим эле шенихнесу яхад им Яков ле Мицраем. И те 70, которые зашли с Яковом в Египет. Чем они занимались все это время? Эм, минаким это халон кол азман. Они каждый раз чистили это окно. Иногда нам нужно мыть окна. Лама? Почему? Ну, тану. Ответьте мне. Чтобы очистить грязь. Потому что наша голова, наша жизнь загрязняется иногда. И эти занимались тем, что они мыли это окно. Чтобы свет с небес мог сиять на тьму этого мира. И несколько лет спустя, когда народ израильский уже 240-250 лет находился в рабстве в Египте, это произошло снова. Но уже в более больших рамках. Вдруг там стали задействованы миллионы людей. А лидером стал не Авраам, а кто? Моше. Сипур хозер аль ацмо. История повторяется. Вепитом ам шлема. И вдруг целый народ омедет муль хоших шел аолам. Встает перед тьмой этого мира. Вешув макривим мишу. И опять кого-то приносят жертву. Вешув шфихат дам. Опять проливают кровь. Аваль еш по автахот гдолот ютер. Но там есть уже более большие обещания. Веседер хазак ютер. И более ясный порядок. Вемизгерет эх лихиот. И рамки того, как жить. И уже не 70 задействованы в очищении окон, а несколько миллионов. То же окно Моше сделал больше. И на протяжении 2000 лет народ израильский со своим соблюдением законов и заповедей и жертв постоянно прочищал это огромное окно, для того, чтобы позволить свету с небес
осветить эту тьму. Потому что Бог сказал, что вы будете мне царством священников. Попытайтесь. Постарайтесь. Верьте. И где-то 2000 лет назад все это продолжилось. И 2000 лет тому назад написано в Святых Писаниях, что пришла полнота времен в нашем народе. И вдруг еще один шаг был сделан. И все на той же неделе. И все в то же время. И вдруг Агнец Божий, про которого думали, что он просто человек или проповедник, харизматичный проповедник с Галилеи, вдруг оказался в Иерусалиме. И Дух Святой работал во всем городе. И люди падают перед ним и говорят: «Благословен грядущий во имя Господне», потому что они почувствовали силу с небес. А на следующий день он был распят. Опять пролилась кровь. Но другая сила заходит в эту картину. Еще не произошло того, что человек воскрес, и потом бы уже больше не умер. И вот он воссел одесную Бога. И открылось окно, которое было очень большое. И уже не 70, и не 3 миллиона, но 2 миллиарда человек чистят это окно для того, чтобы принести свет с небес, для того, чтобы осветить эту тьму. Что я вам хочу сказать сейчас? Послушайте, Бог сам может сделать все. Но Он выбрал не делать все самому. Он избрал нас. И Он хочет, чтобы мы стали Его партнерами. Не каждый должен быть лидером общины, совсем нет. Но там, где ты находишься, ты должен переносить свет другим людям. Игорь говорил об этом сегодня. Твоя ответственность и твоя ответственность. И здесь я хочу сказать еще несколько слов про то, что сделал Иешуа. Вчера я говорил с нашими гостями, когда мы делали Каббалат Шаббат. Я говорил об этом. Иногда люди говорят: но если он Машиах, если он совершил искупление и принес сюда все силы грядущего мира, почему есть войны? Почему нам надо еще молиться за эту маленькую девочку, которая болеет в Соединенных Штатах? Почему есть миллионы, которые умирают сейчас? Почему это происходит? И здесь есть объяснение. Также в Святых Писаниях написано это объяснение. В послании Петра написано: в последние дни будут люди, которые будут вас искушать, и скажут: ничего не меняется. На иврите для каждой цели есть два слова. В иврите есть два слова: искупление и пидион, залог, вегиула, искупление. Искупление и залог. Пидион, вегиула. Залог и искупление. Кодем пидион, сначала вегиула. Залог, а потом искупление. Они мазбира, эх зе овед. Я хочу объяснить, как это работает. Ата, питом, им хавер,
Вдруг ты со своим другом пошел в кафе. Кафе. Выпили кофе. И ты 50 потратил из 200, что у тебя было. Потом ты зашел в магазин. И ты видишь что-то, что ты давно хотел купить. Потом есть мифца. И есть хорошее предложение. Есть мифца. Мы знаем мифца, слово лучше, чем мастема, да? Мифца все знают. Мифца. А, и это то, что ты хотел купить, стоит 200 шекелей. А 200 у тебя нет, есть только 150. И ты говоришь продавцу, возьми сейчас 150, отложи мне это до завтра. Завтра утром я к тебе приду, заплачу и заберу то, что хочу купить. Это простое очень, да? Поэтому вот эти 150 — это выкуп, залог. Когда Иешуа умер на кресте, и когда он воскрес из мертвых, и поднялся на небеса, это был залог. И написано в Римлянах в 8 главе, что даже до сейчас все творение взывает и ждет откровения человеческого. Или откровения одного человека. Это Бен Адам. Сына человеческого. И придет один день. И написано в других местах, что он придет как вор ночью. И вдруг все будет двигаться. И тогда тот залог, который он оставил 2000 лет назад, вдруг все его увидят, потому что он заплатит полную цену, и все изменится. Это все на неделе произошло. И Авраам, и Ицхак, и с Ицхаком, и Моше, когда выходили из Египта, и еще, когда он принес себя в жертву. И мы часть этого большого рассказа. И нам стоит чувствовать себя частью этого рассказа. И молиться, чтобы Святой Дух помог нам участвовать в этом. Давайте мы встанем, помолимся и завершим. Отец наш Небесный, я благодарю Тебя за геройство Авраама, который не побоялся. И из-за него, из-за тех, которые были вместе с ним, все обетования совершились для нашего народа. Я благодарю тебя за Моше. Он был косноязычен. Но в отличие от многих из нас, он слишком много не жаловался, но решил и пошел. Я благодарю тебя за Иешуа, который страдал до смерти и не был достоин того, чтобы умереть, но он умер за нас, чтобы искупить нас.
Я благодарю Тебя, Отец, что Ты сделал это для нас и для наших детей и для наших внуков, для народа Израиля и для всех народов. Я молюсь, Господь, чтобы Ты дал нам огонь идти за Тобой и служить Тебе. Благодарю Тебя, Отец, во имя Иешуа. Аминь.